Всем привет, с вами Наташа Белоруссия, рада видеть вас на своем канале. Девчата, я не раз вам показывала, что я всегда сама себе в домашних условиях провожу ультразвуковую чистку лица. Лично я совершенно не вижу смысла ходить именно на эту процедуру к косметологам. Во-первых, она очень легко проводится, ее нужно проводить с определенной периодичностью, у нее практически нет противопоказаний, и я уверена, что с этим справится каждая моя подписчица. Плюс, приобретая один раз аппарат для ультразвуковой чистки лица в домашних условиях, вы его откупаете буквально там на третье, ну максимум на четвертое применение. То есть, если сравнивать стоимость похода к косметологу на эту процедуру и стоимость аппарата, за три применения вы уже полностью откупаете этот аппарат, а вы будете им пользоваться в течение свободно нескольких лет, если, естественно, применять по назначению. Естественно, после видео, где я вам показываю ультразвуковую чистку, всегда возникает вопрос – какой же аппарат для этой процедуры лучше всего выбрать. Именно поэтому я тут решила обновить свой аппарат для ультразвуковой чистки. Заказала три самые популярные модели с Валбереса и Озона. Естественно, я их протестировала, и сейчас по градации, то есть я расставила их по местам от третьего к первому, расскажу вам, что мне понравилось больше, где есть какие-то нюансы. Сразу хочу отметить, что мне аппараты понравились, они все здесь действительно качественные, они сертифицированные, выполнены хорошо и со своими функциями справляются прекрасно, но у них есть какие-то плюсы и минусы, которые мне понравились меньше или что-то мне понравилось больше, но я вам сейчас все и на крупном плане покажу и расскажу об их характеристиках. Давайте я для начала вам покажу все три аппарата, которые у нас сегодня с вами на обзоре. Первый аппарат у меня от бренда Ready Skin, модель называется Nova. Второй аппарат в яркой упаковке, сам аппарат яркий, это у нас GES, модель GES 145 Ultra Face. И третий аппарат у нас Gezatone Biosonic 733. И как раз таки на третье место я поставлю именно этот аппарат. Сейчас расскажу, почему. Дело в том, что мне очень понравился дизайн этого аппарата, да, вот в такой вот базе, коробочке он у нас приходит, здесь есть достаточно большое зеркало, если куда-то брать с собой для перевозок, это действительно очень удобно. Помимо этого, вот этот вот кейс, он еще у нас выполняет беспроводную зарядку, не просто для красоты и какого-либо хранения. Внутри у нас находится сам аппарат, аппарат выполнен из хорошего такого добротного пластика, дизайн мне также нравится, он компактный. И здесь вот вытекает небольшой нюанс именно по этому аппарату, почему я поставила его на третье место. Сама вот эта вот лопатка для работы, вот эта вот рабочая поверхность, она достаточно маленькая. Чаще всего я ультразвуковую чистку провожу на поверхности лба, носа и подбородка, то есть приходится им чуть дольше работать. И еще он слегка во время работы нагревается, также имейте в виду. По своим функциям он выполняет все просто прекрасно. У нас здесь 5 процедур можно проводить. Естественно, ультразвуковую чистку, дезинкрустацию, фонофорез, ионофорез и микромассаж. Частота ультразвуковых колебаний 25 кГц. И стоимость этого аппарата была 5760 рублей. В общем, он мне понравился. Самое главное, он мне понравился по своему дизайну и по качеству исполнения. Но впереди будут аппараты, которые понравились мне чуть больше. На второе место я хочу поставить аппарат от GES Ultrasonic Face. Вот таким вот образом он у нас выглядит. Яркий такой, достаточно интересный дизайн. Лично мне нравится такой дизайн. Тут, конечно, на вкус и цвет. Мне кажется, что такой лимонный оттенок выглядит достаточно стильно. Единственное, что мне вот эта черная наклейка сзади не понравилась. Мне кажется, что она портит весь вид этого аппарата. Естественно, цвет это на любителя. Если вам такой оттенок не нравится, это уже ваше личное, да, сугубо предпочтение. И в этом аппарате у нас уже больше функций, он может проводить 7 процедур, но и стоимость у него чуть выше, он стоил 6300 российских рублей. 7 процедур можно проводить, естественно, ультразвуковой пилинг, дезинкрустация, микромассаж, фонофорез, ионное очищение, ионофорез и хромотерапия. Частота ультразвуковых колебаний у этого аппарата также 25 кГц. И в комплекте у нас
идет беспроводная станция, на которую вы можете устанавливать этот аппарат, ну и он будет, знаете ли, красиво храниться. Единственное, что вот в этом, кстати, и в этом аппарате, и в Biosonic у нас нет адаптера, то есть провода в комплекте имелись, а вот адаптера, куда засовывать, да, в розетку вот этот вот провод, их не было в комплекте, нужно будет докупать, это тоже такой небольшой нюанс в этих вот аппаратах. По своим функциям справляется он прекрасно, мощность у него хорошая, ультразвуковую чистку проводит классно. И, в общем, по всем своим характеристикам мне этот аппарат также понравился. Из всех аппаратов, которые я заказала, он был самый дорогой. На первое место я поставила, на удивление, аппарат, стоимость которого была меньше двух предыдущих, но по своим функциям и мощности он совершенно им не уступает. Соотношение цены-качество, лично, по моему мнению, у этого аппарата самое крутое. Стоил он 4990 российских рублей. И здесь у нас аппарат от Ready Skin Nova может проводить 5 функций, 5 процедур. Естественно, ультразвуковую чистку, ионофорез, дезинкрустация, ультразвуковой массаж и EMS-лифтинг. Хочу заострить ваше внимание, почему одна из причин, почему я поставила именно аппарат Nova на первое место, потому что им можно проводить и EMS-лифтинг. Если у вас такой же, как у меня, тип старения, деформационно-отечный, то есть если вы склонны к отекам, что-то поели вечером, либо там мало двигались, или что-то такое, лицо с утра отекает, EMS – ваше спасение. Микротоки, они прекрасно выводят лишнюю влагу из тканей лица и тела. И вообще EMS – это отличная стимуляция выработки коллагена и эластина. Именно поэтому я этот аппарат поставила на первое место, то есть вам не надо будет приобретать два отдельных аппарата для ультразвуковой чистки и для EMS-массажа. У вас в одном аппарате будет совмещены две эти процедуры, да? А здесь достаточно большая вот эта вот рабочая поверхность, она прекрасно справляется со своими функциями. Мощность ультразвука здесь также 25 кГц. Выполнен аппарат из хорошего такого добротного плотного пластика, он с таким жемчужным как бы напылением. И мне понравилось, что здесь большое вот такое вот электронное табло, на котором у вас полностью отражаются те функции, которые вы сейчас проводите с помощью этого аппарата. В этом аппарате, кстати, шел и свой адаптер, ничего дополнительно докупать не нужно. Есть своя инструкция, она на русском языке, здесь полностью описано, как проводить ту либо иную процедуру, и также еще продавец положил нам их гель. У меня есть полноразмерный формат такого геля, это гель для ультразвуковой чистки, дезинкрустации, для того, чтобы поры не расширялись, а разрывать связи между сальной нитью и порами, и чтобы чистка действительно прошла эффективно, а не просто вы поводили этим аппаратом по лицу. Что мне еще понравилось в этом аппарате, у него две мощности на EMS, тут вы должны подбирать уже по своим ощущениям, мышцы так слегка подергиваются, когда вы проводите массаж именно этим аппаратом, и здесь у нас еще вот такая вот магнитная зарядка, потому что он защищен от влаги, спокойно можете хранить эту модель Ready Skin в ванной, ничего с ним не произойдет. Также я вам не раз рассказывала о том, что благодаря вот таким вот аппаратам, когда вы переворачиваете лопатку и выбираете режим увлажнения, вы экономите свои средства, и ваши средства по уходу будут работать лучше и эффективнее. С помощью гальванического тока этот аппарат, он как бы доставляет все полезные компоненты из сыворотки, вбивает их в глубинные слои вашей кожи. В общем, однозначно могу порекомендовать Ready Skin Nova. Все ссылки на все три аппарата я оставляю вам внизу в инфобоксе. Тут, естественно, уже выбирайте по своим предпочтениям. Я вам о своих предпочтениях все подробнейшим образом рассказала. Если было вам полезно, обязательно ставьте класс, заходите в гости в контакт в Инстаграме, буду рада каждому гостю. Всем огромное спасибо и пока-пока. И напишите, кстати, внизу, какой из этих аппаратов вы выберете для себя.